Площадь Славы на несколько дней превратилась в кинотеатр под открытым небом. Жители и гости Самары увидели 3D-мэппинг-проекцию, посвященную событиям Второй мировой войны. Огромным экраном стало здание областного правительства. Зрителям напомнили хронику войны, ее ключевые эпизоды, количество жертв. Документальные кадры чередовались с произведениями русских и немецких поэтов, с воспоминаниями участников тех страшных событий. Увидеть фильм и еще раз вспомнить о том вкладе, который внесли в победу жители Советского Союза и военного Куйбышева, люди пришли целыми семьями. Захватывает дух, очень мощный фильм про нашу историю, про историю нашей великой Родины, Советского Союза. Нужно знать историю своих предков, с этого не будет будущего. Я-то довоенный, мне уж 81. Поэтому я помню, как война закончилась, как отец пришел весь израненный с фронта. Все это хорошо помню. У нас в семье было четверо, мать одни, вся война была на матери. Финальную песню в фильме исполнила Алена Азарова. Она тоже пришла на премьеру с близкими людьми и поделилась впечатлениями. Это настолько мощно, настолько трогательно, и, мне кажется, никого не оставит равнодушным, потому что это затрагивает самые глубокие струны души, это держит напряжение до последнего вздоха, просто невозможно оторвать взгляд, это очень сильная работа. Красной нитью в фильме проходит тема Нюрнбергского процесса и справедливого возмездия. Документальные кадры суда периодически появляются в ленте. Напоминаю, что Международный военный трибунал вынес нацистским преступникам обвинительный приговор и признал их вину перед человечеством неоспоримой. И этот факт не должен быть забыт. Во имя справедливости. Владимир Соловьев, Григорий Плешаков. События.